типа якобы гоночная. Ой-ой-ой, и опять, смотрите, опять ее расковыряло. Да, перевернулась. Хотя, может быть, что она перевернулась, это ее спасло. И начинает... Пока нормально. Нормально. Ой-ой-ой-ой, нормально было же все, ребята. А, разорвало машинку нашу. Так, да, Дуда плей. Дуда плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, мы в BMG Drive, и у нас на тест выходят машинки. Первая идет Tesla, вторая идет у нас полицейский автомобильчик, потом идет ретро полицейский автомобиль идет шерифа, да? Потом идет у нас шестерочка такая вот машинка, и в конце у нас будет, ребята, вот такой вот... Ambulance, парамедик, скорая помощь. Ну что ж, вот у нас путь, нам нужно это все дело здесь проехать. И в конце мы посмотрим, какая машинка более или менее останется в порядке. Я, конечно же, 100% сказать для начала не могу. Здесь есть водичка, которая затормозит немножечко наши автомобильчики. Ну что ж, поехали, начнем с гоночного автомобильчика Tesla мобиля. Поехали. Протестируем. Так, идет, ребята, спуск. Машинка пока едет нормально. Главное, сильно ее не разбить. Но мы, конечно же, на большой скорости, ребята, едем. И начинает... Пока нормально. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально было же все, ребята. Разорвало машинку нашу. Так, колесо сняло, да? Так, загорелось. Это очень плохо, что оно загорелось. Теслочка наша разбилась. Колесо у нас, вроде бы, все колеса целые. Только вот одного колеса нету. Так, и вроде бы как она даже пытается немножко ехать. Нет. Ладно, но задел был неплохой. Следующий наш автомобиль полицейский. Синенький такой. Поехали на нем. Включаем мигалочку и отправляемся. Сейчас мы посмотрим, как же этот наш автомобильчик справится или нет. Так, что-то его немножко заводит. Заводит в сторону, нет, нормально все. Хорошо, и отрываемся, ребята. Отрываемся. Опа! Так, смотрим. Клюнет носом или нет? Ой-о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 й. Так, все нормально. Так, можно немножко притормозить. Так, ну все, она утонула. Утонула машинка наша. Да, причем конкретно. Сейчас посмотрим, есть ли в салоне вода. Ну так немножечко водичка есть, но не так страшно, как я думал. Хотя, если так смотреть, то она утопла полностью. Ну, на серединке это точно. Ладно, отправляемся дальше. Будем тестировать вот такой автомобильчик. Ретро-автомобиль. Смотрите, какая у нее сигнализация интересная. Сирена. Так, ладно, аккуратненько едем. Можно немножечко даже... фары включить. Ой-ой-ой-ой, стукнулись немножко, ладно. Едем, посмотрим. Как у нас этот автомобильчик. Опа, хорошо. Все хорошо, едем. Так, все, теперь можно немножко притормозить. Притормаживаем. Так, что у нас там? Все, она утопла. Ребята, полностью, все, двигатель не работает. Машинка не двигается. Она как раз прям в серединочку встала и утопла полностью. Ладно, отправляемся к следующей тестируемой машинке. Вот у нас какой автомобиль. О, какой красивый. Красивый автомобильчик. Это у нас... А не копеечка ли это случайно? Ребята, напишите в комментариях, что это, шестерка или копейка? Задница вроде бы копейки. Ладно, протюнингована она нормально. Включаем фары. Так, есть у нас... И пибикает она, хорошо. Едем. Давайте попробуем. Ой-ой-ой, что-то заводит ее. Там смотри, что-то этот... Я не понял. Что случилось? Машинка, алло. Да, она сейчас вся разобьется, ребята.
Что-то ее заводило прям конкретно в правый бок. Уже изначально. Ну, ё-моё. Так, смотри, разбили мы ее конкретно. Ладно. Потом еще раз мы тебя протестируем. Слушай, какой двигатель у тебя? Красненький, красивый. Что написано там, ребята, вы видите? Ага, Ибиши. Ух, как-то так. Ибишу. Двигатель Ибишу. Есть такой разве двигатель, ребята? Так, ну а следующий тестируемый у нас автомобильчик. Это скорая помощь. Ambulance. Так, давайте попробуем. Включим сирены. Так, нормально. Все, поехали. Какую скорость мы, интересно, разовьем и что будет с машинкой? Сейчас мы это с вами, ребята, увидим. Так, сейчас будет небольшой прыжок. Опа! Так, все вроде бы нормально. Главное сесть, встать на 4 колеса. Ох ты, ё-моё! Ой-о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 й. Тихо. Прямо в машинку попала. Так, а чё, кто? Где огонь? Так, вроде бы огонь это из той машинки. Парамедик. Ну как, она еще едет? Она, ребята, еще едет. Так что мы ее даже с вами особо не разбили. Она еще может ехать. Значит, все нормально. Колеса крутятся, руль тоже. Ну, немножечко. Ну, это, в принципе, все в автомастерской отремонтируется. Так что мы, ребята, ее протестировали. Она оказалась вообще классная машинка. Так, какая-то дверца открылась. Давайте посмотрим, что там такое. А, ну просто дверца. Но так она едет. Давайте мы ее, ребята, припаркуем куда-нибудь сюда. И попробуем протестировать машинки еще раз. Еще раз. Так, начнем с тестирования автомобильчика Tesla. Так, давайте поедем на Tesla для протестируем. И вообще я хотел еще протестировать на шестерочке. На шестерочке, как она... как она нормально проедет, чтобы она не врезалась, потому что она ее что-то вело, поэтому она как бы тест особо не может пройти. Так, нормально, едем. Опа! Удар, тормозим! Ай-я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 й. Да, бочину смяло Тесле. Ух, как она аккуратненько встала. Попробуем поехать. Нет, все, двигатель сломан. Машинка стукнулась конкретно. И двигатель там что-то его смяло. Ну, короче, сломалась машинка. Ладно, давайте протестируем еще раз. Вот этот автомобильчик наш. Полицейский. Police CGPD. Я не знаю, как это переводится. Но это, видимо, какой-то городской автомобиль. Так, давайте включим сирену. И сиреной на полной скорости, ребята, поедем. Посмотрим. О, давай. Сейчас мы стукнемся. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Стукнулись нормально. Ну, интересно, будет она у нас работать или нет. Опа! Прямо в парамедик она. Прям ждала она машинку эту. Припарковали мы, видимо, не в очень удачном месте. Отломалась у нас, получается, дверь. Выбило стекло. О, а сзади, смотри, стекло вроде бы как целое. Только что вот эти два передних, конечно же, они сломались. Так, а что с колесом? Шину разорвало. Так, ну, двигатель, ничего не работает. Ну, вроде бы как она пытается что-то. Так, сигналка работает. Вроде бы ничего так. Так, мигалки. Мигалки тоже работают. Хорошо, но машинка сама как бы не едет. Ладно. Давайте, так, а ну, мы вот этот еще не тестировали, да, давайте его протестируем, автомобильчик, ретро-автомобиль, полицейский. Так, посмотрим, как, ой-ой-ой-ой-ой, что-то ее начало заводить немножечко в сторону. Сейчас проверим, как она будет у нас, ребята, давай, опа, ой, завалилась, я уже вижу. Все, ударилась конкретно. Ну, возможно... Нет! Отлетела мигалка. Ой-ой-ой. Так. Все, машинка у нас сломалась. Так, проверим, работает или нет. Так, двигатель вроде бы там какая-то крутилочка крутится. Ага, вентилятор. Давай, заводись. Ну, вроде бы что-то крутится, но все. Сломался он, автомобильчик. Давайте перейдем...
к этому автомобилю. Вот, я его хотел, вот эту машинку, еще раз проверить. Так, включаем фары. Так, сигналочка работает. Все, поехали на этом автомобильчике. Сейчас протестируем еще раз. Не будем. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, чтоб не заваливалось. Но она такая гоночная, типа, знаешь. Типа, якобы гоночная. Ой-ой-ой-ой-ой. И опять, смотри, опять ее ковыряло. Да, перевернулась. Хотя, может быть, что она перевернулась, это ее спасло. Потому что двигатель работает. Все нормально. Да. На крыше она. На крыше приехала практически. На крыше. А давайте ее еще раз протестируем. Аккуратненько. И будем ехать. Главное, никуда не врезаться. Ой, да ты чё? Она уже, смотри, у нас взлетает уже. Представляешь? Так, ладно. Так, по центру главное ее гнать. Тихо-тихо-тихо-тихо, не шевелись. О, как хорошо, ребята. Опа! Так, потеряли колесо. Опять она перевернулась, смотри. О, начала ее колбасить. И в воду прям. Ё-моё. Все. Так, едет, едет, едет. И остановилась. Все. Попала вода в двигатель. И машинка наша заглохла. Ну, особо такая, как бы, малоуправляемый автомобиль. Да. Ну, давайте перейдем к нашему парамедику. Она показала самый лучший результат на сегодня. Давайте еще раз прогоним ее. Протестируем. Парамедик. Ну, она, в принципе, спасает людей, машина эта. Поэтому она такая надежная, я так считаю. Давайте еще раз попробуем спрыгнуть с рампы нашей. Аккуратненько. Так, 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 так. Опа! Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Ой, только не перевернись, не переворачивайся. Так, на тормоза я нажимаю. А-а-а! Врезалась все-таки, врезалась. Ё-моё, счесали мы, конечно же, не бампер. Так, проверим сейчас. Все, лампочки мигают. И, на удивление, машинка едет. Только что-то ей тяжело поворачивать, я смотрю. Тяжело поворачиваться. А так, в принципе, кататься, ездить можно на машинке этой. Да. Вроде бы неплохо. Офигеть. Офигеть, ребята. Ну что ж, дорогие друзья, мы протестировали наши автомобильчики, поэтому, если хочешь следующее продолжение, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем пока-пока!